Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1078, Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? За 28 ноября 2018 года. Ну, наше объявление ад роботом. Меня побудили к этому. Почему вы не сделаете объявление, что ребятишки остались без матери и с отцом неблагополучны, и чтобы что-то было у детей? И остались четверо детей, вот я показываю. Вот отпевание, проводы, что она умерла, поминки. Это не просто там деньги выжить. И как это было решение принято? Меня не было, я был в деревне, это в городе они тут заседали. И вот помощь через Галину Александровну Загуляеву. Посчитайте. Ну и вчера Татьяна еще сюда не перенес. Как будто бы, хотя было много материалу, просто не перенес. Адреса тут, кто получает, где. Вот о Дятлове я тут много скинул материалов везде. Да, это, Володя, несколько слов, вот посмотри здесь. Он ушел, Володя-то? Закрывать-то не надо было. Ну ладно, расслышать тут слова, которые... Вчера что было у нас, у меня самое главное, это то, что вечером привезли Евангелие. Ну, уже я выставил все, как мы принимал тут Володя. Съездили за четверо Евангелия, 500 с лишним взяли. Вот это все такие события. А дома-то что? Ну, тут главное это, раз сидишь дома, так пенсионер, 7 раз в день помолиться. Я каждый раз показываю, что это вот, что видели. Все-таки это три святое и 100 поклонов. Это один раз. Свои слова, нужды, тебе звонят, за кого-то помолиться надо. И... Вот такое дело. Так вот день-то и прошел, а то просишь, подготавливаешься к следующему. Самому приходится тут ужимать ролики, ставить, закачивать. Время-то идет. Ну, у меня большое хозяйство. Тут около 500, наверное, воробьев. Может быть, 10-20 жуланов. Большая синица. Подкормить надо, голубям слазить. Убрать все там. Ну, вот так, таких-то и особых дел не было. Я остальные записи-то убрал. Попросили выставить визитку на нашу, которую даем мы, визитка. Вот как она выглядит, это составил ее. Фотографию Безруков Павел сделал, отец Аким. Здесь вот тут Пупков Сергей стоит. Вот идут сзади, смотри, сколько человек идет. Это которые крестятся, батюшка в воду сходит. И вот 4124 ответа на обратной стороне визитки. На вопросы во свете Библии, какой крест, наш видеоканал, православный форум, наша страничка на Mail.ru, детский православный лагерь, помощь благовестии, новый сайт, видеоканал на Ютубе, вот он, юзер. Вот так, во свете Библии. Новый сайт, видишь, сколько много. Это все Сергей Козлов, парализованный. Мы с ним, я скидывал туда-сюда. Неоднократно. Вот посмотришь на это. Визитку нашу раздают. Она удобная, все показывает. Так. Это там он ворчит, что ли? Да. Котенок один, сам себе.
Я хотел показать, тут парень. Его никак, наверное, не показать. Вот, понравилось мне. Это лицовка на пушках. У меня маленький был, также было. Конопушки. Потом сам еще исчезли. И нос часто обгорал, посешено поле. Целыми днями. Ну, я тут разные листики, репей прикладывал сверху. Конопушки. Переживал. Думал, что это плохо. А тут еще и нет такого. Пигментные пятна. Потом узнал. Оставил специально показать. Это у нас кто приходит. Вот этого человека хотел показать. Я его раньше не знал. Никогда не узнаешь, кто он такой. У кальвинистов в Румынии. Епископом. Его с места на место, он популярный такой, вступался за людей. И его решил убрать Николай Чаушеску. Это началась у них, это что там, как сказать, мятеж. Армия встала, все. Из одного, вот это он главный послужил этому. И вот я первый раз его увидел. А как его звать? Звать вот его не выговоришь так. Сейчас я скажу, как мол-то. Ласло Тёкеш. Скажи где-то. Ласло Тёкеш. Я знал, что священник, из-за священника. Я не знал, думал православный. Теперь все, ну, благодаря интернету увидел. Очень такой сильный человек. Ну, для нас он еретик. В галстуке, может быть, масон, кто его знает. И вид такой приличный. И он выступает там международных где-то, в конгрессах его призывают, он говорит. Но главное, Николай Чаушеску на нем споткнулся. И расстреляли и Николая, и жену его, Елену. И я много смотрел. Так. И вот оплачивают, когда просишь по книге, надо. И вот платеж выполнен, вот какой квиток выпустил. Сколько я вот смотрю по карте, он, ага, столько-то выполнил, кто получатель. Ну, вот так здесь. Когда получаю я квиток, деньги получил, высылаем книги. Никакой передоплаты нету. Ну, а как? Бывает так, если книг нету, а деньги-то целиком, если послал, ну, тогда разговора нет, я не высылаю. У меня один порядок. А человек, если не доверяет, пока ни одного такого не было. Чтоб подозревал. Наоборот. Наоборот, может быть. Что я ему выслал, поторопился. А он и все. И притом полный комплект. У меня в Америке было так. Это сразу я потерял где-то. Я не могу даже сказать, но по нашим деньгам 1007 ущерб нанесен был мне. Сан-Франциско, полный комплект запросили. Послал. И ответа не привета, а туда посылать дорого. Да и он так стоит 24 500 по нашим деньгам, а по их меркам-то 750 евро. Вот умножай. Да пересылка чего стоила. Вот вчера Володя отнес сколько, и уже выставил, где следить они могут. Номер, идентификатор. Каждой посылки, как она идет, где останавливается, где ее фиксируют. Очень здорово придумано. Так, это события прошедшего дня. Еще больше нету.